Субботняя игра принесла команде государственного канала победу, а вот результатом воскресного матча стал проигрыш. В середине первого тайма вратарь Сергей Маломан был вынужден временно покинуть игру из-за травмы. Именно это, говорят спортсмены гостелерадиокомпании, и сыграло на руку соперникам. Дело в том, что когда одного человека не хватает в составе, всегда начинается брешь справа, слева, неважно где. Игрока выбили основного, и все. Длительность чемпионата на Кубок Первого Приднестровского телеканала – 3 недели. Участники – 13 любительских команд, государственных служб, министерств, а также представители коммерческих организаций. Серия первых матчей выявила сильные и слабые стороны команд. Надо быстрее двигаться и больше забивать, тогда будет победа. Мало тренировок в последнее время, мало внимания этому уделялось в силу определенных причин. Вот. Будем стремиться, как говорится, в поражениях куются победы. Воскресные матчи укрепили позиции некоторых команд в турнирной сетке. Результаты чемпионата можно найти на сайте Первого Приднестровского телеканала. Кстати, участники выразили надежду на то, что такие состязания станут ежегодными. Александра Комплеева, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.